Всем привет! С вами Нидерамос, мы продолжаем проходить Bugs Bunny Lost in Time. Отправляемся в средневековый период. Вот тут у нас уровень есть, у нас 312 морковок. Downhill Duck. Бульк. Замечательно. You can't beat me for a face. Ага. Так, тут у нас всего одни часы, то есть там тут ничего собирать не нужно. Ага. Но врезаться нам тоже тут не нужно. Самое главное это просто выполняться. Ну, у меня никогда этот уровень не получалось проходить быстро. Насколько это возможно. Я всегда тут фейлюсь немножечко. Та-та-та-та-та-та. Чёрт. Чё, с самого начала, что ли? Вот чёрт, с самого начала, да? Офигеть. Додумались. Ну, это на самом деле не так сложно, как может показаться. Управляемость тут хорошая. Но главное сложность здесь, что это, походу, надо за один раз пройти, я не помню точно. Да ну... Булыжник чертов. Ну, видимо, тут надо просто заучить трассу, запомнить, на каком месте... Надо... Как себя вести. Ну так и сделаем постепенненько. Так, тут я уже впервые. И да ладно. Сейчас я обо что это? Ой, да ладно. Это я, походу, скорость набрал, да? А, я думал, тут трамплинчик есть, но нет. Сейчас будет смешно, если я этот уровень буду проходить целую серию. Да ты чего? Ты уже был в другом месте, булыжник ты нечестный. Очевидно, тут надо ехать просто не спеша, собирая все часики, уклоняясь от каждого бешеного булыжника. То они уж слишком быстрые. Никуда не годится. Так, тут куда надо, я забыл. Да ну блин! Вот по этой причине мне этот уровень особо не нравится. То, что вообще чекпоинтов на нем, по сути по всему, нет. Непривычного для этой конкретной игры. Да ты куда? И врезается он постоянно с очень хорошим хитбоксиком. Так.
Тут. Я не помню, я вообще не знаю, я обо что я тогда споткнулся. Но обо что-то, видимо, тогда споткнулся. А, фух, отлично. Ну да ладно. Так, у нас что осталось? Thanks, Mile. 312 морковей и 119 часов. Я вот не помню, какие у нас уровни еще остались и остались ли, кроме одного. На всякий случай пройдусь. Нет. И нет. Все, эту эпоху завершили. Тут все завершили, да? Полностью. И полностью. Так, вот этот. Пиратский. Так, это все. Так, тут есть что? Угу. Ну и вот здесь, да? Да. Пираты завершены. Так, 30-е года. Что у нас там? Фабрика завершена. Коррида тоже. Это тоже. Угу. Ну и вот здесь тоже завершено. Да. Остается финальная тогда эпоха. Так, это завершено. Большой уровень. Это тоже. Это тоже. И остается вот этот уровень у нас, да? То есть 333 морковки тут будет. Ну, заходим. Брейн. Space Speedway. Нейронная какая-то там что-то там. Я очень русский. О. Окей, повторяй каждый шаг, который делают марсиане, и выиграй в этой игре. Ну, тут будет с каждым разом все больше и больше этих кнопочек надо нажать. Я не помню, до скольких. Очевидно, минимум до 6. Ага. Давай. Да ты издеваешься. Мне пожалуй будет 6-я синяя. Нет, надо же.
удачи! Да. Нет, у нас такой вот забавный уровень. Типа головоломочка. Очень серия. Разных головоломочек. Ты куда? Угораешь, кролик. Нажми зеленую кнопку и смотри внимательно, сможешь ли ты это повторить. Ага, то есть нам нужно 3 раза сделать. Ага, ну это попроще. Тут меньше надо прыгать. Я буду самый сложный, да? А, нет, вообще что-то простенько. Только я что-то уже забыл. Я точно помню. Вот так. А, ну да. Я сомневался вот насчет вот этого квадратика и вот этого. Вылетел из головы про них. Ну, с ними все хорошо. Это хорошо. Так, это ин. Хайер Дэнс. Да вы чё? Да вы чё? Да вы чё? Да ну хрена! О. Ух, вот дороги выдумали эти бешеные марсиане. Интересно, эти марсиана там самим удобно в этих дорогах-то? Передвигаться. Красная атакует, пустая это яма. Я так понимаю, оно так работает. Так, все собрал. Уи-ха! О! Так, это что? Ты куда? О-о-о! Ну здесь даже головоломки никакой не было. Ага. Главный прикол, что надо в середину зайти. Так, ну так будет быстрее добраться. Ох, зря чекпоинт на самом деле брал. Придется еще раз идти вот по этой дорожке волшебной. Ну да ладно. Товарищи марсиане. Так, мне куда надо?
Мне надо вот, вот туда. А что, все уже? Телепорт. Ин. Что уже? Быстро. Быстро новую зону наступила. Мозг Акме. Звучит как какое-то название суперкомпьютера, который захватывает галактику. Так это что? Это просто для морковки, да? А, нет, не получилось. Я думал, получится автоматическими прыжками, которые Бак сделает, пройти. Но не получилось. Ох ты ж. Ох, там глаз. Найди секретную комбинацию цветов, чтобы победить хозяина. Установи все цвета и нажимай кнопку, чтобы... Так. Один цвет никогда не появляется дважды. Так, нет. Ага, я три угадал. Сколько цветов? Так, это не понравилось снова, да? Так, стоп, а желтый это что? Да, еще две попытки. Да, ну что ты делаешь? Да, ну чё я промахиваюсь? Или я не понял что-то? Че, давайте попробуем совсем другие цвета взять. А нет, розовый тут был. Вот тут этот. А-а-а! Тьфу ты! Не, ну все, тогда я проиграл однозначно. Они просто там как-то моргали, я думал, это имеется в виду. Ха. Ни одного. О, так один нашел. Так, ну это пока даже не надо, не важно набирать. Так, нет, красный точно не может быть. Так, ну это такое себе занятие. Ага. Так, тут красный, тут фиолетовый, тут оранжевый. Так, этот нет, этот нет. Надеюсь, этот, ну... А, нет, да, он. Повезло. Это было не так просто, как хотелось бы. Ага, смотрите, всего одни часы остались и две моркови. Быстро. Ну, а сейчас, кажется, я припоминаю, что будет.
Да. Джентльмены, у нас свой транспорт. И у нас тут гонки. Вот по этой причине я тут опять же надолго. Да, еще вот по этой причине очень долго буду это место проходить, если мне не повезет. Мне надо вперед этой штуки пролететь. Замечательно пролетел. Вот просто шикарно. Никто так хорошо не летал, как я сейчас. У меня тут в этом этапе главная проблема, что я не могу запомнить, как надо тут, когда отпускать кнопку. То есть по логике понятно, нужно отпускать ее тогда, когда Багз как бы смотрит в ту сторону, куда надо лететь. Так повезло, повезло. Черт! Только все начало получаться. Давай, жарим. Да, Багз, жарим. На, очень лицом прям в асфальт местный. Космический асфальт. Куда пошел? Куда пошла курица марсианская? Лучше я так поеду. Я не помню где. А, я не здесь завалился. Черт. Почти попал на самом деле. Ты чё, охренела? Ты курица марсианская, ты чё? Вот те. Как лететь надо. Ну да. Это надолго. То, что вот в моем случае это зачастую идет на везение этот момент. Вот эта гоночка наша. С нашей. С
нашим марсианским другом. А в русской версии, я помню, его перевели как Мартин. Не знаю, может, конечно, эту птицу и зовут Мартин, но тут было написано «Марсиане». Я сейчас сначала даже засомневался, может, все-таки, ну, когда... А. Хорошо, сдох. Вот хорошо, что тут нет счетчика жизней. Вы представляете, вот на таком моменте счетчик жизни иметь. И чтобы дойти до сюда с нуля, вот, например, с начала уровня пришлось бы все перепроходить. Это было бы жестко. Поэтому я считаю, что это хорошо, что в этой игре жизни нет. Вот именно вот по этой причине. И по похожим. На музыку классно играть на фоне вообще. Которая почти не слышна из-за рева движка. Ты курица марсианская, хватит мне опережать, пытаться. О, вот это я сейчас пролетал. Ну как же так неудачно можно было? А черт, я еще и не ухватился. Мне ведь надо эту штуку не просто приехать, а еще и обогнать эту штуку. Да, это была неудачная попытка вот с самого начала. В чистом виде он, по-моему, побыстрее меня едет, но я ускорение очень хорошо ловлю. Куда меня унесло? Бывает. Давай, Бакс, мы должны одолеть этого марсианскую курочку. Как хорошо мы одновременно выехали. Ты чё? Так, а это что? Нет. Выходить из уровня мне не надо. Так, я тут еще морковь не собрал. Только не говори, что где-то морковь. А, вот морковь, фух. Так, ну мы уже один раз прошли, теперь надо сделать это быстрее. Да, так что времени терять тут вообще не стоит. Надо как можно быстрее свешиваться с этой палки.
Давай. Летим отсюда. Земля ждет. Вот самый сложный момент. Ну да. Естественно, я на нем налажался. Это же я был бы не я, если бы я не налажал на этом моменте. Когда такая хорошая попытка была. Улетели такие вдвоем. Я вообще не знал, что его можно сбить с пути. Отстал от меня. Зеленый курозавр. Марсианский. Марсианский зеленый курозавр. Вот управляемость здесь хорошая, да. Здесь единственное неудобное, это вот с этих палок спрыгивать. Давай, Бакс. Ты можешь. Я в тебя верю. Расстроился, дружок наш. Ну что? Прошли мы с вами это. И? Да. Уходим отсюда. Измерение X. Great. Just perfect. You have completed this level. Let me... Сохраняемся. Thanks, Mile. Bye. Yeah, goodbye, Mile. Поздравляю, Бакс. Ты нашел достаточно часов, чтобы открыть настоящее время. Отправляемся. Настоящее. Whew, what a relief. Thank goodness it was just a nightmare. Nah, impossible. Couldn't be him. All right, Merlin, giddy up. Get along now. Вот у нас хорошая концовка, полная, стопроцентная. Собственно, тот самый пляж, на который Бакс собирался еще, когда вляпался в эту машину времени, которая лежала в каком-то сарае. Да, хорошее место, чтобы держать машину времени. Я знаю. Ну, если бы мы завершили не стопроцентно, то есть просто набрали 120 часов и сразу свалили, то... Концовка была бы не такая. То есть, ну, концовка насчет заставки я не помню. А вот именно этот фон на титрах был бы совершенно другой. Не помню какой. Ну да ладно, это не так важно. Что могу сказать об этой игре? Игрушка несложная, не напрягающая. Даже вот эти два уровня, которые были в этой серии, которые такие мне плохо дались, даже они на самом деле не напрягают.
вот эти два момента с гонками. Что забавно, оба момента с какими-то... с птицами мы гоняли. Возможно, когда-нибудь в будущем я запишу и вторую часть данной серии, если так можно выразиться. Игру про Bugs Bunny и Таза уже. Ну или Теза, кому как удобнее. Я не знаю. Как я уже, по-моему, говорил во время этого прохождения, я не в теме по поводу данной вселенной. Я не смотрел эти Looney Tunes. Ну, скажем так, и даже если смотрел, то ни хрена не помню. Но, по-моему, всё-таки нет. Поэтому я не знаю, какое количество отсылок именно к мультфильмам, комиксам, возможно, что там было. И какое количество, в общем, этих отсылок я пропустил, я не знаю. Наверняка много. Ну да ладно, не так важно. Я надеюсь, что эта игра понравилась и вам. И... что могу сказать? Не знаю, что еще могу сказать. В том-то и прикол. Да. Ну, бывает, что уж. Ха-ха-ха-ха. Я знаю только, что вот эта фраза переводится как типа это все, ребята, или что-то такое она была. А, все. Это действительно все. Ну что ж, на этом я благодарил всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч! В следующих прохождениях.